надо смотреть. Смотреть во все глаза и бояться что-либо пропустить. Юлия Лепницкая. Россия выходит на лед для представления своей короткой программы. 14 лет всего лишь этой спортсменке. Но ей очень повезло родиться в июне месяце. И в связи с этим она попадает на Олимпийские игры в Сочи по возрасту. Если, конечно, пробьется в сборную. Смотрим. Сложнейший каскадище. Чисто. Сильная техника исполнения акселя у Юли. Она не меняется от года к году. Вот я уже третий сезон наблюдаю за ее выступлениями. Тем не менее, она же его прыгает так. Что тут сказать? Думаю, что сейчас без тени сомнения может порадоваться своему выступлению Юлия Лепницкая и ее наставница Этери Тутберидзе. Прокат получился.